бессознательная, как андроидный коллайдер, порою просто-таки пугает, и все же может быть и назидательным, и даже больше созидательным. Наш прогресс социальный остался бы целью дальней, и так от технического отставая, если бы не было экзистенциального. Будущее тогда станет ближней целью, когда каждый человек сумеет все темные уголки внутри светом души озарить.